Друзья, всем привет! Сегодня я вас снова буду мотивировать. Многие посмотрели мой путь к успеху и сказали, ну, нельзя вот так вот с нуля, это какая-то сказка, добиться успеха. Нельзя вот так вот с полного нуля стать долларовым миллионером. Можно. Можно, ребята. Это мотивационный контент. Я могу снимать такую мотивацию, потому что я через это прошел. Многие до сих пор думают, чтобы чего-то достичь, нужен хотя бы стартовый капитал. Нет, ноль. Ноль, вообще не нужен капитал. Нужны какие-то там таланты, не нужны таланты, вы их потом приобретете. Нужны связи, не нужны связи. Каждый из вас с абсолютного нуля может стать, блин, миллионером, может добиться успеха. С абсолютного нуля. Ну как это вы скажете, там не нужен капитал? Вот многие новички пришли ко мне на канал, как это без капитала? Вот так это, без капитала. Чтобы создать YouTube-канал, не нужен капитал. Не нужен вообще капитал. Хорошо, нужно купить оборудование, нужен микрофон, нужна камера. Не нужно этого всего, не нужно. Почему я так говорю? Потому что я начинал вообще без этого, вообще без этого. Вот что мне понадобилось. Мышление и вот это устройство. Если у вас есть ноутбук, если у вас есть телефон, все, это все, что нужно. Моя первая камера, вот она. Вот мой первый микрофон. Старенький Acer, который ужасно лагал. И с помощью этого устройства я заработал на свою первую квартиру в столице. С помощью вот этого устройства. Вот, устройство, доступ к интернету и мышление. Книга, моя первая книга по финансам, которая просто перевернула мой мир. Джордж Клейсон, самый богатый человек в Вавилоне, многие знают. Все, ребята, это все. Это реально все. С помощью этого устройства я заработал на квартиру. Потом я уже себе купил MacBook. У меня вот этот был старенький Acer, который ужасно лагал. И на этом компьютере я делал абсолютно все. Я работал, торговал, монтировал, инвестировал. Все делал на этом устройстве. Представляете? Вот и все. Вот и все. Что нужно в эту эру, в эру интернета. А все остальное, друзья, это голимые отговорки. Это голимые отговорки, которые мешают вам начать. Даже если у вас нету вот ноутбука, нету ноутбука. Есть телефон сейчас, у всех есть телефон. Вы уже можете начать снимать и выкладывать там видео в ТикТок. Каждый может начать с абсолютного нуля в это время. Представляете, да, в какое мы сейчас с вами время живем? Нужен просто телефон, и можно зарабатывать огромные деньги. Вам не нужен капитал, не нужны сотрудники, не нужна аренда. Это все полнейшая дичь. У меня есть бизнес, да, у меня есть салон. И он приносит копейки по сравнению заработками в интернете, сущие копейки, если сравнивать. И там сколько гемора в том бизнесе, да, разрешения всякие, аренда, сотрудники, куча гемора. А здесь вообще ничего не нужно, вообще ничего не нужно. Нужно желание и нужно тусоваться, да, в этих кругах. Нужно ежедневно искать информацию по своему направлению, ежедневно вариться в этом, ежедневно развиваться, потому что даже там отбитый тиктокер, который снимает полнейшую дичь, и у него там миллионы, у него есть мышление, креативное пускай мышление, чтобы такое придумывать, чтобы такое снимать, у него есть мышление, он в этом варится, он в этом развивается. Но даже если вы абсолютный ноль, у вас ничего вообще нет, даже мышления, мозгов даже нет, но у вас есть время, все, что нужно, это время. Обменивайте свое время на знания. Просто каждый день в этом боритесь, 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 боритесь и действуйте, действуйте. Все, у меня было только время. У меня было полно свободного времени. И я каждый день сидел в интернете и варился в этом. Все. Все. Только время вам нужно и доступ к интернету. Все, чтобы искать информацию. Все, представляете? Каждый из вас может добиться успеха. Каждый. Я натыкаюсь вот на новости, там, грузчик загрузил видео в ТикТок и проснулся миллионером. По просмотрам, по просмотрам. Вот, все, что нужно. Он просто снял видео, там какое-то, может быть, тупое видео, все, и проснулся миллионером. Вот так в наше время. Я вот на своем устройстве, еще раз вам его покажу, на этом золотом устройстве, которому я безумно благодарен, зарабатывал, не знаю, где-то 5 тысяч долларов, может даже больше, может даже 10, я уже не помню, 10 тысяч долларов в месяц. И у меня было только это устройство. Чистыми, чистыми, представляете? Ни сотрудников, ни офиса, ничего не было. Я все делал сам. Сам снимал, сам торговал, сам монтировал, сам писал посты. Все делал сам. И зарабатывал такие бабки. Сейчас бизнесмены, у которых целые сети магазинов, зарабатывают меньше. Меньше зарабатывают.
а сколько у них гемора, чтобы им заработать 10 тысяч долларов, вы представляете, сколько у них гемора на эти деньги? Всякие там разрешения, сотрудники, карантин еще вмешался, у них столько гемора, у них там проблемы с арендой, с коммуналкой, с какими-то там проверками, с какой-то там санстанцией, с пожарной службой, вы представляете, сколько там гемора? А что можно делать сейчас в наше время с помощью интернета? С помощью интернета. Но какой минус? Конкуренция большая. Конкуренция очень большая. Сейчас все это поняли и сейчас все полезли в интернет. Но, ребята, конкуренция будет всегда большая. В любые года, в любые века, времена всегда будет большая конкуренция. Так что начинайте сейчас, через 2 года конкуренция будет в 100 раз больше, в 100 раз больше. Так что начинайте действовать сейчас. Многие там ноют, что уже поезд ушел. У меня есть знакомые, которые тоже ноют, что поезд ушел. Я им говорил начинать еще год назад. И они говорят, ну вот, надо было тебя слушать, надо было начать, но вот сейчас уже поздно. Я говорю, начинай сейчас, потому что через год ты мне скажешь то же самое. И тогда будет еще сложнее. Просто нужно начать. Что тут такого? Начните и действуйте, блин. И любой человек, независимо от возраста, может достичь успеха. Да, там людям постарше тяжело добиться успеха в интернете, но если вы каждый день будете уделять этому время, каждый день, вы добьетесь успеха, потому что другие не уделяют этому время. Они пришли, посмотрели, блин, не получилось, все, ушли. Пришли, попробовали, пошли на работу. Вернулись через месяц, попробовали. Ну что за бред? Никогда вы так не добьетесь успеха. Все, что нужно, это просто постоянство усилий. Это просто нужно брать, делать, вариться, узнавать, делать. Это такой простой секрет. Почему люди не следуют этому секрету? Каждый день делать шаг маленький, и все. Каждый день это просто нужно делать. Потому что не видно результата. Не видно результата. Может, его не будет видно и через год. И поэтому люди сдаются. Они не видят результата. Но если так действовать, вы обречены просто на успех. Обречены. Нельзя не добиться успеха, если так действовать. Просто вы не знаете, когда вы его добьетесь. Но если вы будете каждый день делать шаг, вот и все, вы добьетесь. Этого люди не понимают. Я пример. Я это делаю, я всем это объясняю, но это очень просто, это нужно просто делать и все. Не нужно бросать, не нужно переключаться, не нужно куда-то там метаться, нужно просто делать. Каждый день ты развиваешься, делаешь маленький шаг, и ты столько узнаешь, откуда ты столько знаешь, откуда ты там разбираешься. Да я каждый день просто в этом варился, каждый день. И вы будете также разбираться, и вы можете потом снимать такие видео, понимаете? Каждый из вас может начать, даже если у вас ничего нет, да, у вас нету опыта, вы можете переводить ролики, например, на YouTube. Я просто говорю за YouTube, да, потому что я на YouTube. Куча всяких там в интернете бизнесов, куча бизнесов на любой вкус, цвет, понимаете? Каждому есть чем там заняться, каждому. Помните, я еще 4 года назад говорил, что вот мечтал вот так вот сидеть и рассказывать об успехе, но... Тогда я не мог рассказывать об успехе, потому что я тогда ничего не добился. О чем тогда снимать видео? О своем пути. Как ты идешь к успеху? Вот, я делаю эти вещи. Я вот читаю эти книги. Я развиваюсь, я вот зарабатываю. Все, я просто рассказывал свою историю. А сейчас я уже могу кого-то замотивировать. Сейчас у меня есть уже опыт, и я могу рассказать об успехе. Вот так нужно делать и так нужно делать. Тогда я не мог этого рассказать. Тогда я просто говорил, вот, я это делаю. Посмотрим. Куда я приду, если я буду так вот действовать? Все. То есть неважно, в каком вы сейчас положении, какое у вас сейчас мышление, какое у вас сейчас финансовое состояние. Неважно. Просто начните действовать. И все. На этом все, друзья. Я надеюсь, я вас замотивировал. Если так, поставьте этому видео лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Больше мотивации у меня в описании, в Инстаграме. На канале по мотивации, все ссылки будут в описании. Если хотите следить за моим состоянием, как я зарабатываю на инвестициях, как я зарабатываю на IPO, переходите ко мне в открытый телеграм-канал Instarding, первая ссылка в описании. И не забудьте подписаться на этот канал. Всем успеха, пока!